Вот так вот, блядь. Совсем охуели. Ты вилки на помойку носит, блядь. Да это везде так, я сколько ездил. Нет, у нас такого не было. Вот, посмотрите. Мой мусор. У нас раздельный сбор мусора в деревне Борозда. Давайте мы сейчас с вами проверим все мусорные контейнеры. Вот, спасибо, мужчина Яндекс помог, будет свидетелем. Вот, посмотрите, что эта женщина делает. Кто должен это утилизировать? Кто, я спрашиваю? Вот это все утилизируется на собственном участке. Для этого есть компостные кучи. Диваны. Все говно сюда с клопами носят. Рамы и так далее. Вот девушка тоже будет свидетелем. Вы посмотрите, вот это вот. Я знаю, с чьей это стройки. Зачем загаживаете? Вот это правильно. Знаете почему? Потому что деревенские жители забирают и нужно для яиц. Картон. Все, посмотрите, у нас все культурно. Давайте заглянем в каждый контейнер. Посмотрите. Посмотрите, как у нас налажен хорошо сбор мусора. Представляете, что она делает? Вот это вот, помидоры, выдергивает у себя. Так что с вами была, как всегда, Наталья Лебедева. Хорошо в деревне летом.